В эфире «Утро. Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июля с погоды. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5-10, температура ночью 13-18, в горах до плюс 11, а днем 28-33 градусов тепла и местами до плюс 24. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10, температура ночью 15-17, а днем 30-32 градусов тепла. Студенческий народный ансамбль КЧГУ имени Умара Алиева «Шухлук» стал победителем 31-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в номинации «Танцевальная», который проходил в Перми. Танцоры порадовали пермского зрителя, представив грузинский танец «Картули». О деятельности студенческого ансамбля и о том, куда молодые танцоры уже готовятся к выступлению, узнавал Алихан Левшоков. Каждый элемент танца оттачивается до полного совершенства. Художественный руководитель студенческого ансамбля КЧГУ «Шохлук Дружба» Султан Хасимиков с особым вниманием следит за правильным исполнением танца. Совсем недавно участники ансамбля Ибрагим Тохчуков и Малика Кипкеева стали победителем на 31-м Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в номинации «Танцевальная», который проходил в Перми. Выступление виртуозных танцоров сорвало бурные овации и было оценено жюри высшим баллом. Нам было приятно, что наше выступление так тепло встретили. И это было заметно, когда нас все поддерживали аплодисментами, отмечает победитель фестиваля «Студ весны». Было сложно, но нам удалось по итогу получить внимание зрителей, жюри. Танец был непростой для нас обоих. Ну и получилось так, что первая наша победа этим танцем. До этого обыграли другие мальчики и девочка, которые здесь тоже танцевали. Ну и после них мы, получается. Участие во Всероссийском фестивале «Студенческая весна» – это большая честь для каждого студента, особенно для тех, кто занимается творческой какой-то деятельностью. И когда мы узнали, что наш танец будет представлять нашу республику на таком масштабном мероприятии, было большая радость, но вместе с тем ты ощущаешь и большой груз ответственности, который на тебе лежит, потому что ты представляешь не только себя, ты представляешь свою республику, свой университет. Ребята заслужили эту победу благодаря хорошей подготовке и долгим репетициям. Мы не собираемся останавливаться, будем готовиться к новым конкурсам и фестивалям, отмечает художественный руководитель студенческого ансамбля КЧГУ «Шохлук Дружба» Султан Хасимиков. Поехали. Выступили хорошо, они знали, куда едут, зачем едут. Вот. Конечно, у нас республика маленькая, там такие были коллективы московские, ленинградские, самарские, казанские, такие вот мощные коллективы. Но мы по сольным танцам заняли первое место, стали лауреатами. Сейчас ансамбль готовится к новым фестивалям и конкурсам. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, «Вести Карачаево-Черкесия», Карачаевск. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке. Затем также программа «Черкесская редакция» в 14:30 «Вести Карачаево-Черкесия» с Аллой Дзинаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра.